Надеюсь, пробок не будет. Столик зарезервирован на 8. Ничего себе, Ливи. Хороший же мы выбрали денек, чтобы отпраздновать мой день рождения. Мелкий дождик. Скоро все высохнет. В любом случае, мы туда в два счета доберемся. Что? Вот, возьми. Что это? Этих четверых тебе нужно убить. Эти четверо? И это все? Мне просто нужно убить этих четырех парней, и все. Я свободен, я смогу отсюда выбраться. Я снова ее увижу. Да, но это не так-то просто. Эти четверо генералы армии Люцифера. Они невероятно сильны, их охраняют орды демонов. Я справлюсь. Но почему ты пришел лишь сейчас? Что я делал неправильно? Спроси его, что я сделал. Спроси, чем я это заслужил. Он не сказал. Меня послали передать тебе это предложение, и все. У него свои причины, и он не обязан их тебе объяснять. Сделай, что сказано, и ты будешь чист перед ним. Но я и так чист. Это ты так думаешь? Я здесь не для того, чтобы обсуждать задание. Выполни его, и ты снова увидишь свою Кэтрин. Ты был избран благодаря своим способностям. Его удивило то, как долго ты здесь продержался. Поэтому он избрал тебя среди всех других, посчитав тебя единственным, кто может справиться с заданием. А почему он сам этим не может заняться? Он или ты? Если в игру вступит он, то нападение, которое мы надеемся предотвратить, может начаться раньше, чем мы рассчитываем. Мы должны избежать его любой ценой. Атака может начаться очень скоро, и тебе нужно остановить ее, прежде чем они будут готовы нанести первый удар. Действуй быстро и без лишнего шума. Убей генералов, и армия Люцифера отступит. Либо ты согласен, либо нет. Если нет, то я не знаю, когда мы сможем поговорить снова. Я знаю, что ты здесь давно, и полагаю, что ты хочешь отсюда выбраться. Твое время пришло. Решение за тобой. Согласен. Хорошо. Тебе нужно оружие? Я здесь довольно давно, помнишь? Я знаю, где можно достать оружие. Хорошо. Это тебе поможет. Бери, это поможет тебе выжить. Возьми этот свиток, он послужит тебе проводником. Уничтожай все, что встретится на твоем пути. Ты должен спешить. Ты должен убить генералов, прежде чем они начнут атаку. Вскоре мы встретимся снова.
Ты не задумывался о том, почему здесь есть могилы? Успокойся. Меня зовут Ева. И что тебе от меня нужно? Я слышала, что ты собираешься найти армию Люцифера и уничтожить его генералов. Убери оружие. Я помогу тебе. Помочь? Как? Я многое знаю об этих армиях. Я знаю, где они, знаю генералов, которые их возглавляют. Если ты ищешь их, тебе понадобится моя помощь. Почему я должен тебе доверять? У нас нет времени на игры, Дэниел. Ты же чувствуешь, что я человек. И, кстати, твоя карта устарела, дай ее мне. Вот, смотри. Это войско переместилось отсюда, вот сюда. Они готовятся к атаке и выдвигаются на позиции. У нас мало времени. Откуда ты все это знаешь? Я нахожусь здесь дольше, чем ты можешь себе представить. Я знаю эти места. Я была одной из первых, заметивших нашествие армии, но, конечно, не могла остановить их в одиночку. И тут появился ты. Слухи распространяются быстро. Говорят, ты прекрасный боец. Ну да, сражаюсь я хорошо. Прекрасно. Я хочу кое-что тебе сказать. Первое. Ты мертв. Ты умер почти 30 лет назад. Ты не в раю, но и не в аду. Ты здесь из-за каких-то грехов прошлого. И прежде чем пройти через врата рая, твоя душа должна быть очищена. Врата существуют? Я знаю, где я. Я понял это после своего первого сражения с демоном. Непонятно мне одно, почему я здесь? Я же был хорошим человеком. Я не заслуживаю такой участи. Я вижу, ты осознаешь, где ты находишься. Но некоторые смертные упорно отказываются признавать то, что они умерли. А вот почему ты здесь, на этот вопрос ответить я не могу. Тайна в твоем прошлом. Я задала тебе вопрос. Ты не задумывался о том, почему здесь есть могилы? Вообще-то нет. Как и большинство смертных, ты словно ожидал встретить здесь кладбище. Мы находимся в мире, где души людей ожидают очищения. Ты не можешь умереть здесь. Ты и так мертв. Здесь твое тело всего лишь оболочка для души. Но твоя душа может быть захвачена демоном и отправлена в ад. Если тебя победит демон, ты отправишься в ад. Если же придет твое время очищения, ангел освободит твою душу и приведет ее в рай. Я видел многих убитых демонами. Возникающее при этом пламя ясно давало понять, куда они попадают. Это место находится между раем и адом. Люцифер давно понял стратегическое значение этого места и нашел какой-то способ незаметно переместить сюда свои армии. Мы не знаем, как он это делает, но знаем, что на перемещение одного солдата требуется довольно много времени. Именно поэтому Люцифер так долго собирает свои силы. В этих могилах нет тел. Демоны используют их как врата в свой мир. Однако мы точно не знаем, какие именно могилы используются. Мы находим и уничтожаем их, но они появляются снова и снова. Что ж, времени у нас мало, а дел много. Я попытаюсь собрать как можно больше информации об остальных генералах. Встретимся позже. Удачи! Это что, кровь? Да, но я в порядке. Я в порядке. Хорошо, хорошо. Дай-ка мне свиток. Войска выдвинулись отсюда, но я не знаю, куда они направились. Они идут на север, но непонятно, куда именно. Я, кажется, знаю того, кто сможет нам помочь.
здесь? Даниэл. Ева, это Асмодеус. Асмодеус? Ева. Даниэл, это же демон. Пойдем отсюда. Все хорошо, я его знаю. Это мой друг. Спасибо, Даниэл. Слушай, все нормально. Он должен знать, где находятся генералы. Ну, рассказывай, как вы познакомились? Некоторое время назад я услышал звуки яростной драки, которая происходила снаружи этого здания. Даниэлу удалось отбиться, но он был тяжело ранен. Меня удивило то, что он смог победить 4 демонов сразу, и я решил помочь ему. Ты же демон, почему ты не прикончил его? Да, я демон, но не такой, как остальные. Я пришел сюда не для того, чтобы охотиться на человеческие души. Я сбежал сюда из ада, сбежал очень давно, и с тех пор скрываюсь и жду. Подожди, ты же не та самая Ева, или та? Что? Та самая Ева? Ха-ха, ты мне об этом не говорила. Я не люблю об этом говорить. Подожди, а почему тогда ты здесь? А где Адам? Ах. А. Итак, Дэниел, чем я могу тебе помочь? Нам нужно найти оставшихся генералов и армию Люцифера. Люцифер уже давно перебрасывает в этот мир своих солдат и готовится к нападению на рай. Мы уверены, что атака начнется уже скоро. Поэтому мы должны уничтожить генералов, прежде чем они будут готовы к нападению. Мне не нравится сражаться против таких же, как я, но... Мы знаем, что они были здесь, и думаем, что они двигаются на север. Он находится вот здесь, рядом с железнодорожной станцией. Видишь, я говорил тебе, что он знает. Спасибо, друг. Увидимся. Я знаю еще кое-кого, кто может нам помочь. Насколько я понимаю, пока ты можешь справиться один. Я присоединюсь к тебе, как только смогу. Хорошо получается. Мне нужны ответы. Мне это надоело. Я... Думаешь, это смешно? Думаешь, это шутки? Я хочу знать, почему я здесь. Ты здесь, потому что твоя душа нечиста? Нет! Я хочу знать, за что меня осудили. Почему я... Да! Тихо, тихо. Это не поможет. Нет? Тогда, может быть, вот это произведет впечатление. Ну и что ты задумал? Ты не можешь причинить мне вред. Отойди. Неужели? Я понимаю, что ты расстроен, но таким образом ты ничего не добьешься. Господи! Вряд ли он тебя услышит. Скажи ему, что я хочу убраться отсюда. Скажи, что я и так все сделал, что мог. Не совсем. Скоро ты будешь свободен. Но перейдем к делу. Я пришел к тебе сказать, что орды демонов направились на север. Я знаю, где они. Ева мне показала. А, ты встретил Еву. Она хороший союзник. Ей можно доверять. Откуда я знаю, что тебе можно доверять? Должен тебе сказать, что Люцифер знает о тебе, и он предупредил Аластора о том, что ты идешь. Аластора? Аластор – правая рука Люцифера и его главный генерал. Его нельзя недооценивать. Он невероятно силен и крайне опасен. Дай мне свиток. Мы полагаем, он находится здесь, неподалеку от древних башен. Тебе еще предстоит туда добраться. Он знает о том, что ты идешь. Будь осторожен. Все понятно. Что-нибудь еще? Нет. Хорошо, тогда здесь нам больше делать нечего. Это Аластор? Это был он. Когда он успел сюда попасть? И как сюда проник? Погоди, а где же Люцифер? Даниэл, ты только что убил Аластора. Люцифер где-то рядом. Идем. Погоди. А вот и я, Асмодеус.
У нас проблема. Нам кажется, что Люцифер скоро будет здесь. Почему? Он только что убил Аластора. Что? Асмодеус? Постой, а почему ты здесь? Есть новости об армиях? Прекрасно, Дэниел, прекрасно. Я знал, что ты силен. Поэтому от тебя не ожидал. Ты бы очень пригодился в этой войне. Не думаешь ли ты, что на этом все кончено? Ты ведь не прячешься в этом мире, да? Нет, не совсем. Чем же ты здесь занимаешься? Копаю могилы. Люцифер! Мне очень жаль, что ты неправильно выбрал сторону. Где они? Он забрал ее в ад. Что? Мы знали, что они входят в этот мир через могилы, но они думали, что к этому имеет отношение сам Люцифер. Тебе повезло, что он не забрал тебя с собой. Я иду вслед за ними. Нет, ни в коем случае. Ты прошел испытание. Идем. Я сказал, я отправляюсь за ними. И я еще не закончил. Шутишь? Ты не представляешь себе, каково там. Ты никогда не видел ничего подобного. Оттуда еще никто никогда не возвращался. Ты останешься там навсегда. Тебя ждет Кэтрин. Идем. Скажи, чтобы не ждала. У меня другие планы. Ты не понимаешь. Дело в том... Это я не понимаю. Нет, это ты не понимаешь. Но мне уже все равно. Я должен был сразу попасть туда. Но вместо этого ты заставил меня бороться за выживание здесь. Я не заслужил этого! Вы с ним? Оба об этом знаете. Люцифер еще не побежден. Он перегруппирует силы и снова вернется. И что тогда? Вы снова позовете меня и отправите сюда? Еще рано праздновать победу. Слишком рано! Я его остановлю раз и навсегда. А теперь покажи мне, где находятся врата. Неужели на тебя так повлияли поглощенные души? Да будет так. Ты выбрал свою судьбу. Врата здесь. Тебе придется силой проложить себе путь. А после того, как ты войдешь, выйти уже не удастся. Изнутри врата хорошо охраняются, чтобы не выпускать из ада тех, кому суждено провести там вечность. Не беспокойся обо мне. Стор, я думал, что убил тебя. Убил меня? Там ты не мог меня уничтожить. Ты просто отправил меня назад. Но здесь мы смертны.
думаю, ему следовало прикончить тебя. Но он был ослеплен страстью к ней. Чувства взяли верх. Я знал, что это произойдет. Бою, ты способен на большее, чем я думал. Души демонов придали тебе неимоверные силы. И мне кажется, затуманили твой разум. Добро пожаловать в ад. Какого... Конечно, не понимаешь, глупый смертный. Мы могли бы покончить с раем несколько веков назад, но Люцифер считал, что мы еще не готовы. Он думал, что у нас не хватит сил, и нужны еще демоны. Поставив на них, он потерял слишком много времени. Люцифер был слаб и недальновиден, и... Его нужно было отстранить от власти. Мы все пришли сюда за Люцифером, а тебе удалось нас опередить. Все равно, если бы этого не сделал ты, то мы бы сами с ним разделались. Должен признать, я был поражен, когда ты отказался отправиться в рай. Плохое решение. Я отправлюсь на небо, как только мы с тобой разберемся. Когда мы с тобой разберемся? Ха, ты отсюда никуда не уйдешь. Я с наслаждением буду слушать твои страшные вопли, когда буду медленно разрезать тебя на части. Ты почти ничего не почувствуешь. Начинай! Да! Это все, на что ты способен? Бой с Люцифером был куда заняться. Я лучше всех знаю, когда человек лжет, Дэниел. Запах твоего страха слышен лучше, чем твои слова. Давно у меня не было возможности помучить такого достойного противника. Придется тебе мучить кого-нибудь другого, демон. Что? Нет! Нет! Остановите его! Идиоты! Схватите его! Он мой! Тебе не победить. Ты погибнешь и начнет править другой. Не подходи, или мне придется тебя убить. Ты, сестричка, смотри, куда ты направляешь эту штуку. Прости, я думала, что ты... Аластор. Да, я понимаю.
Кстати, это был отличный трюк. Он спас нас из задницы. Где ты этому научилась? Потом. Кажется, мы нисколечко не приблизились к моей... нашей цели. И какова сейчас наша цель? Уничтожить Аластора, прежде чем его войска атакуют Чистилище. Но теперь он знает о наших планах, и задача заметно усложнилась. Я полагаю, это моя ошибка? Не будь смешным. Никто. Самуил, Люцифер, Аластор и даже я не думал, что ты продвинешься так далеко. Это серьезное достижение для новичка. Да, но этого еще недостаточно. Мне нужно помешать планам Аластора. После того, как я вооружусь, тебе придется снова отправить меня в ад. Тогда Аластор заплатит за то, что он сделал с тобой, со мной, и за то, что он собирается сделать с душами в Чистилище. Пути назад в ад нет. Единственный вход был через монастырь, а теперь его нет. Почему бы тебе просто снова не провернуть тот трюк? Этот трюк, как ты его называешь, работает только в одну сторону. Кому может прийти в голову искать дорогу в ад? Проклятие. Ева, я знаю, что Ластор не собирается сидеть сложа руки. Я не так уж сильно потрепал его войска. Он собирался напасть на Чистилище. Я не знаю, от чего бы он мог передумать. Он не станет нападать, если у него не будет пути к отступлению, на случай, если бой повернется не в его сторону. Они трусы, а у трусов всегда есть путь отхода. Я готов спорить, что, перехватывая его войска на входе в Чистилище, я задержу вторжение на срок, достаточный, чтобы найти этот путь. И тогда я покажу Аластору, что значит боль и мучение. Проблема в том, что я все еще здесь. Он ни при каких обстоятельствах не появится там, где я побывал. Он не пойдет на меня, если только не будет на своей территории. Ты была здесь куда дольше, чем я. Ты должна догадаться, куда Аластор отправит свой авангард. Покажи мне. Мест может быть много. Вот, приют. Приют? В Чистилище есть дети? Конечно. Души детей в большинстве своем не злы, не добры. Они балансируют на грани, а значит, повисают в Чистилище. Со временем судьбы большинства душ решаются, и они уходят своей дорогой. Но некоторые, самые измученные, остаются там навечно. Многие из них собираются в приюте. Зачем Аластору и его войскам идти в приют? Душами детей легко управлять. Аластор с легкостью найдет там множество последователей. И лучше тогда не считать их детьми. И если Аластору удастся извратить их, они будут столь же опасны, как и любые другие обитатели Чистилища. Значит, я начну с приюта. Подожди. Сейчас я не могу. Если мы дождемся утра... Если мы дождемся утра, может быть уже поздно. Аластор не будет ждать, я знаю. А тебе следует остаться здесь. Это сражение я должен выиграть сам. Дэниел. Если тебе удастся убить Аластора, не подпускай туда никого из прислужников. Любой, кто окажется в непосредственном контакте с ним, пока из тела не ушла жизненная энергия, может принять его силу и занять его место. Это будет новый правитель ада. Спасибо за предупреждение. Если я уничтожу Аластора, я встречусь с тобой. Если нет, что ж... Сожалеть об этом нам уже не доведется, ведь так. Гори в аду. Привет, Дэниел. Ева, как ты сюда попала? Я следовала за тобой с самого начала, Дэниел. Должна признать, я была здесь почти вечность и никогда не видела столь неуступчивого человека, как ты. Просто у меня высокая мотивация. Да, Дэниел, ты человек убеждений, движимый совестью и чувствами, но твои эмоции для других, не для себя.
Ты буквально прошел через ад и вернулся назад. Ты покинул принадлежащее тебе по праву место в раю, рядом с женой, чтобы спасти меня, душу, чья судьба была определена еще в тот миг, когда был создан мир. Проститься — даже самый страшный грех. Конечно, но это не твое решение, ведь так? Куда ты направишься теперь? Чем займешься? Ты ведь выполнил задание Самуила? Я сделал то, о чем меня просили. Мое предназначение — быть рядом с Кэтрин. Там мое место. Как только мы отсюда выберемся... Да, Дэниел, тебе пора уходить. Но не мне. У тебя своя судьба. А у меня своя. Ева! Нет! Ева. Дэниел, я знаю его столько же, сколько любой смертный. Теперь, когда ты унизился перед ним, он разрешит тебе выбрать свою судьбу. Это то, что он дал нам всем. Свободу выбирать. Ты можешь вернуться к Кэтрин. Но я знаю, что ты испытываешь чувства и ко мне. Я имею в виду, Дэниел. Много воды утекло с тех пор, как ты гуляла по саду, дорогая. Больше мне от тебя ничего не нужно. Значит, ты сделал свой выбор. Пожалуй, мне остается лишь сказать тебе... Спасибо. Тут ты не права, Ева. Думаю, нам о многом нужно поговорить.
Rated M for mature. The making of. I died as Daniel Garner. I was sentenced to serving pain somewhere between heaven and hell. There I lost my faith, but found the name. And now I am the angel's only prayer. Information led me here to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this. How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywała się Level Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10. I przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się, minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę firm współpracujących, już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 pracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego, było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. No mniejszy zespół nie ma w tej chwili szansy, jeżeli chce spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest trochę wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie siał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał itd. itd. Także najpierw była koncepcja, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany ze strzelaniną, a później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera. I żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taki kawał mięsa, który chodzi i strzela do wszystkiego, co się rusza, podrobiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a niebem, czyli w czyśćcu i dlaczego musi robić to, co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony, z powrotem się z nią połączy w niebie. Jesteśmy i mam nadzieję długo będziemy pod wpływem tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Penkillera są oczywiście gry tego gatunku. Natomiast faktycznie oprócz tego tak się składa, że każdy w filmie ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym jest tutaj dość interesujący, miły ferment intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy czy książki. I z tego też czerpiemy inspirację. Ja myślę, że taką drugą rzeczą po konkurencyjnych grach, jako źródło głównej inspiracji, wymieniłbym coś, co ja nazywam japońską szkołą designu. So much horror around me. Why?
po prostu, aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, wzbalać u nich poczucie albo przeżyję, albo zostanę zabity, czyli zabij albo przeżyj. Dlatego, że w tego typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami. Więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych ludzkich instynktach, takich właśnie jak zabijanie, terror, przeżycia. W związku z czym, a oczywiście, żeby to wszystko było polane fajnym sosem, akurat jest to sos z krwi u nas, ale dzięki temu po prostu gra jest efektowniejsza. Tylko jest to jednak pewna przenośna, pewna karykaturalizacja, pewna komiksowość tego wszystkiego. Że nie jest to realistyczne i nie wzbudza obrzydzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie te litry w tej grze są. Survival horror a painkiller to jednak są dwa różne gatunki. Survival horror. Przecież główna różnica polega na tym, że grach typu survival horror, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tylko o przeżycie, ale w ten sposób, że bardzo często polega to na unikaniu walki. Natomiast w painkillerze dzieje się dokładnie odwrotnie. To słówko horror jest wspólne, ale jednak po kilku minutach to przeciwnicy zaczynają się martwić, jak przeżyć, a nie główny bohater. My chcemy dać głównemu bohaterowi poczucie mocy, siły i tak zwanego zarządzania tym, że jest naprawdę super bohaterem, kimś, kto sam staje przeciwko kilkuset przeciwnikom, potrafi wszystkich pokonać seriami ze swojego karabinu. Why invest hero cards with so much power? W grze pojawił się taki instrument, którego nazywamy czarnym tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu czy też nieśmiertelność. I dodaliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy jest dość oczywisty, czyli po to, żeby gra była ciekawsza, żeby gracz, wspominałem już o tym, żeby czuł się zawsze jako superbohater, który potrafi powstrzymywać czas. Jest to po prostu bardziej interesujące, ciekawsze dla gracza i jest tam giełka tajemnicy z tym związana. Robiliśmy takie poszukiwania wśród okultystycznych dzieł, wśród również dzieł religijnych, aby stworzyć dość przekonującą historię, czyli tło do gry. Ja wiem, że sporo osób absolutnie tę warstwę gry ignoruje, skupiając się tylko na samej grze w poziomy, strzelaniu i tak dalej. Nie skupia się na tym, dlaczego bohater jest tam, gdzie jest. Ale jeżeli ktoś biblijne mity o strąceniu Lucyfera, o pierwszym człowieku, o tym, dlaczego Lucyfer został strącony do piekła, to wszystko jest jakaś nasza interpretacja tej historii. Mnóstwo tego typu historii. I jedną z nich trochę sobie przerobiliśmy i wykorzystaliśmy. How did you bring so many monsters out of hell? Potwory w painkillerze to jest ciekawa historia, dlatego że myślę, że rzadko w której grze spotyka się ich taką ilość i taką różnorodność. Postanowiliśmy, że praktycznie w każdym nowym poziomie gry będą co najmniej dwa, a czasem nawet są to i trzy zupełnie nowe potwory, co oczywiście było potworną wręcz ilością pracy. Głównym twórcą postaci był Michał Kosieracki, który wymyślał różne ciekawe z nimi knify związane. Stworzenie przeciętnej postaci potwora to jest praca dosłownie na tygodnie i jest to praca dla kilku osób. Po modelerze musi to przejąć ktoś, kto to oteksturuje. Potem musi być też również ktoś, kto zrobi do tego animację. Także co najmniej trzy osoby pracują zawsze przy jednym takim stworku. To po prostu nie ma tam jakiegoś wielkiego sekretu. Oprócz tego, że talent ludzi przy tym pracujących i ciężka praca. Tak to wygląda. Mieliśmy założenie pobić rekordy i stąd też takie, a nie inne potwory. Extraordinary weapons were needed to do battle with such creatures. Broń w naszej grze to jest temat dość kontrowersyjny, dlatego że sporo ludzi nie do końca jakby doceniło to, jak głęboka myśl się za nimi kryje, za ich designem. Otóż my w absolutnej teorii mamy tylko i wyłącznie 5 broni. Na co część graczy podniosła krzyk, jak to ja mogę tutaj kupić grę, w której tych broni jest 30.
Natomiast tak naprawdę w ostatecznym rezultacie my mamy ich, dochodzi następnych jeszcze jakby kilka rodzajów, kilka możliwości zabicia potwora w ciekawszy i bardziej interesujący sposób. Natomiast główną myślą, która kryje się za bronią, jest coś takiego, nie powtarzać działania. Co mam tutaj na myśli? Otóż tak naprawdę jest, nie ma żadnego problemu, aby zrobić 100 broni w grze. I weźmy sobie, mógłbym mieć nóż w ręce, kawałek szkła, łopatę, jakąś kosę. Problem polega na tym, że wszystko to są tak naprawdę identyczne bronie, różnią się wielkością, ciężarem i wyglądem, ale tak naprawdę działanie jest identyczne. Biorę do ręki, pcham do przodu, zabiję. Więc postanowiliśmy odejść od tego i każda z naszych broni ma zupełnie inne działanie, co zaowocowało w tym ostatecznie, że nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza broń, którą się wykorzystuje w grze. Jak już ją grasz dostanie, to tylko do końca gry gra tą daną bronią. How many of you are responsible for my misery? Nie mam pojęcia, to nie moja wina. What hellish architect built the walls of my torment? Tworzenie etapów do gry Painkiller było bardzo skomplikowane. Składało się z wielu etapów. Po stworzeniu tego szkieletu można go wypełnić i delikatnie odcieniować. Już powoli zaczyna się pojawiać grafika. Następnym etapem jest oteksturowanie wszystkiego, czyli nakładamy faktury podłogi, ścian, drzew, wszystkich tego typu rzeczy. Pierwszym etapem było oczywiście znalezienie inspiracji. Wielu graczy z pewnością zauważy, że wiele etapów z gry przypomina prawdziwe, istniejące w rzeczywistości miejsca. Jeden z takich charakterystycznych przykładów jest więzienie Alcatraz, które w oczywiście zmienionej formie, ale znalazło swoje odzwierciedlenie w naszej klasie. Przejechać z tego względu, że było wiadomo, że nas była jakaś tam grupa ludzi odpowiedzialnych za to, prawda? Część była odpowiedzialna za zrobienie efektów dźwiękowych, prawda? Część za zrobienie muzyki tak zwanej ambientowej, czyli tej tworzonej tego podkładu tworzącego sam klimat. I była jeszcze jedna osoba, która musiała stworzyć te wszystkie utwory bitewne. Kiedy już zaczyna się totalna rzecz, kiedy potwory wybiegają zewsząd, prawda? I żeby w tym momencie stworzyć jak najbardziej taką dynamiczną akcję, była osoba odpowiedzialna za stworzenie właśnie najcięższej muzyki. Całą muzykę i wszystkie efekty dźwiękowe wykonaliśmy zupełnie od podstaw, od zera, nie korzystając z żadnych gotowców, dlatego że największą przyjemnością jest stworzyć coś zupełnie od zera i stworzyć to w ten sposób, żeby jak najbardziej pasowało i oddawało klimat gry. Przy tworzeniu efektów dźwiękowych było naprawdę sporo zabawy, dlatego że większość efektów, które musieliśmy wykonać do gry, tak naprawdę nie istnieją w naturze. Dlatego często trzeba było wpaść na pomysł, jak to zrobić przy użyciu domowych środków, żeby to brzmiało jakoś sensownie. Także za każdym razem przy robieniu każdego efektu w ruch były wprawiane sztuce z kuchni, trzaskanie drzwiami, darcie się do mikrofonu. W grze mamy ponad 70, chyba nawet 80 potworów. Także trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie efekty wykonała jedna osoba. Także każdy po kolei z firmy przychodził, zdzierał sobie gardło i postrzelał do siebie samego. Myślę, że to jest bardzo sympatyczna rzecz i daje na pewno wiele satysfakcji. Nie jest to bynajmniej praca przy kasie czy gdzieś przy taśmie uzyskanych efektów. Z takich jeszcze anegdot przy tworzeniu efektów dźwiękowych muszę powiedzieć, że przemyciliśmy parę tekstów z japońskiego, z polskiego, w sumie najwięcej z polskiego i jeszcze ze skandynawskiego. Gracze w Azji mogą mieć przy tym niezły uwag. And so, it all becomes clear.
Dreamcatcher was founded in 1996 and has been basically building games ever since. It started releasing, I think, the first products in 1997. The company has been releasing products globally for several years now. We have offices in Paris and we have offices in Toronto, and we develop games all around the world. I think when we were first looking at the game in 2003, I came on board to Dreamcatcher, and the game was already signed. We were sitting there looking at some games coming for 2003, 2004, looking at what is the product quality and what is the overall, you know, kind of production, you know, quality of the game when it comes out. And we all kind of agreed internally, both from marketing and from our quality assurance group, our production team, that Painkiller stood a chance of becoming a very good game. The first kind of result, kind of feedback that we got was really from the community. You know, we started in the press, we started showing the game both in demos and in press tours, and the feedback that we got right away was very positive. So we decided to, you know, provide enough production time to make the game right. And when we got previews, we got the demos out there, the response was very good. So when we launched the game, I think we had a sense that it would be a good product. However, in the video game space, you never know truly if a game is going to be really good or really welcome. And we are very happy with the results because it has played out like we hoped it would. It's kind of been an exciting thing to grow and kind of build the multiplayer community from a really very hardcore fan base. They expect a lot, they want a lot, and the CPL has been kind of an avenue for us to do that. What is new and what is coming in 2005 is the CPL World Tour. It's $1 million prize purse, it's 10 cities. So this presents some unique opportunity for Painkiller to grow a new kind of market. And so it's exciting. So in 2005, you will see a lot more Painkiller on the multiplayer world stage, so to speak. I think the multiplayer is definitely a key to any heavy FPS, any successful heavyweight FPS. But for a game really to be well known, to be considered one of the top contenders, generally I think you have to have both a good single player and a good multiplayer. So I think it is key. I think at Painkiller, I think we've really started with a great single player product. We have grown the multiplayer. We have a lot of people that have been interested in it and have played it, and there have been various tournaments and events. But now 2005 is a year where I think a lot of people will become more engaged with Painkiller on the multiplayer side. My work here is done, and I can finally go home. Here comes the pain again. We'll be right back.